Президент Украины Владимир Зеленский продолжает свой рабочий визит в США. В частности, украинский лидер выступил на заседании Совбеза ООН. Они хотят атаковать 3 наши атомные электростанции. У нас есть эта информация и доказательства. Если Россия готова так далеко зайти, это значит, что ничего не является ценным для Москвы. Игра слов, оговорка по Фрейду или хитро продуманная речь. То ли на ставку, то ли в отставку. В эфире своего шоу отправил Путина пропагандист Соловьев. Давайте уже переходить к конкретным решениям. Если для этого необходимо, чтобы была ставка верховную, ну, как говорят мои друзья, я понимаю, что я человек... Ну, как бы не по моей зарплате такие решения принимать. Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, как Россия не церемонится с применением КАБов на своей же территории. Россияне используют тактику выжженной земли. Будь то украинская Попасная, Солидар, Бахмут, либо же, соответственно, российская Куренева, либо Глушкова еще не дошло, но, соответственно, Суджа. И поэтому гражданам России следует, соответственно, весьма серьезно подходить к вопросам собственной безопасности. Это тема дня. В студии Юлия Корт. Мы начинаем. Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите будущего в ООН и призвал к глобальному единству, чтобы преодолеть разрушительную силу России и ее сообщников. Президент также поблагодарил страны, которые поддерживают мирные инициативы Украины. На этот раз, во время работы над пактом ради будущего, та же самая небольшая группа из 7 сообщников во главе с Россией снова действовала деструктивно, всегда выступая против любых глобальных инициатив, которые усиливают эффективность устава ООН. Эта группа всегда вела себя так, когда ООН пыталась сделать что-то, что работает на благо всех. И вы все это видите. Мир нуждается в мирном будущем и устойчивом развитии. И я говорю это как президент Украины, страны, которая противостоит жестокой колониальной агрессии России. И мы точно знаем, как много может достичь глобальное единство, как здесь, в ООН, так и через саммиты мира для Украины, где мы стремимся противодействовать разрушительной силе России и ее сообщников. Глава государства отметил, что Украина готовится ко 2-му саммиту мира, работает над продовольственной и энергетической безопасностью и привлечением России к ответственности. Также рассмотрят вопрос об освобождении пленных и восстановлении территориальной целостности. На полях Генеральной Ассамблеи ООН Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Украинский лидер также рассказал о угрозе для украинских АЭС со стороны России. Подробности далее в сюжете. Президент Украины Владимир Зеленский на полях Генеральной Ассамблеи ООН встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщили в офисе президента. Так, во время встречи оба уделили особое внимание активизации двухстороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также привлечению Турции и турецких компаний к восстановлению Украины. Президенты также подробно обсудили реализацию формулы мира Владимира Зеленского. Они отметили важность обеспечения свободы судоходства в Черном море и ведущую роль Турции во внедрении соответствующего пункта формулы по поводу продовольственной безопасности. В конце встречи Зеленский пригласил Эрдогана посетить Украину. Во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция займет более решительную позицию по войне и требует реформирования Совбеза ООН. По его словам, на 3-й год войны в Украине мы все еще далеки от установления справедливого и прочного мира. Поскольку гонка вооружений ускоряется, поле дипломатии постепенно сужается. Мы и в дальнейшем будем увеличивать поддержку усилий по прекращению войны путем дипломатии и диалога на основе территориальной целостности и суверенитета Украины. В свою очередь, президент Зеленский, выступая на заседании Совбеза ООН, также сделал ряд важных заявлений. Он рассказал, что Россия хочет атаковать 3 атомные электростанции на территории Украины. Они хотят атаковать 3 наши атомные электростанции. У нас есть эта информация и доказательства. Если Россия готова так далеко зайти, это значит, что ничего не является ценным для Москвы. Зеленский подчеркнул, Москва не может объяснить, почему убивает украинских детей, побеждает школы и больницы, бьет по судну с зерном и сбрасывает бомбы на дома. Россия совершает международное преступление, поэтому войну нельзя успокоить разговорами. Нужны действия.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News сделал оптимистичное заявление относительно возможного окончания войны с Россией. Я думаю, что мы ближе к миру, чем нам кажется. Мы ближе к окончанию войны. Зеленский заявил, что Путин боится Курской операции. Это правда. Он очень сильно боится. Почему? Потому что его люди увидели, что он не может защитить. Что он не может защитить всю свою территорию. Украинский президент добавил, что Украина может заставить Путина прекратить войну только с сильной позиции. И призвал союзников укрепить армию Украины. Политолог Михаил Шейтельман прокомментировал заявление президента, отметив, что интересы Украины и России очень противоположные. И наши предварительные условия прямо противоположны. Да, мы уже не ставим, конечно, предварительные условия для переговоров, вывод российских войск со всей территории Украины. Но уж точно, что мы не будем рассматривать никакого мирного договора, который не предусматривает вывод всех российских войск с территории Украины. А Путин ровно наоборот. В интервью ABC News президент Украины отказался раскрывать детали шагов, необходимых для обеспечения справедливого и прочного мира до непосредственной их презентации президенту США Джо Байдену. Но дал понять, на что рассчитывает украинское правительство. Там нет пункта о переговорах с Россией. Этот план, по словам президента, направлен на укрепление Украины с целью заставить лидера Кремля Владимира Путина сесть за стол переговоров на справедливых условиях. Речь не идет о переговорах с Россией. Это мост к дипломатическому решению для прекращения войны. Только с сильной позицией, которую мы можем продвигать, мы сможем подтолкнуть Путина к прекращению войны дипломатическим путем. Зеленский добавил, что пока не видит, чтобы российский диктатор был готов к настоящим переговорам. Источник издания, близкий к окружению украинского президента, заявил, что план победы состоит из 5 пунктов. Как сообщается, речь идет о конкретных объемах военной помощи, о дипломатических и политических шагах и об отсутствии каких-либо уступок перед Россией. В интервью ABC News Зеленский отметил, что эти шаги рассчитаны на быстрое завершение войны, а не на ее продолжение в течение следующих лет. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, в свою очередь, во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, немного раскрыл детали украинского плана победы. По его словам, там прописаны четкие шаги, которые необходимо предпринять для обеспечения справедливого и прочного мира. А приглашение Украины в НАТО является частью этого плана. Он призвал партнеров не обращать внимания на угрозы эскалации со стороны России. Ермак также отметил, что план победы состоит из военной и дипломатической частей. Мы должны иметь преимущество на поле боя, чтобы заставить Путина прекратить боевые действия. Мы очень стараемся. Без кораблей мы уничтожили Черноморский флот. Не имея преимущества в воздухе, мы остановили российское продвижение на большинстве направлений, включая Харьков. Без страха мы вернули войну в Россию. Ермак отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения Украина нарастила производство оружия в 6 раз. Однако нам все еще не хватает ресурсов, технологий и времени, чтобы изготавливать все необходимое. Руководитель Офиса президента призвал союзников увеличить и ускорить доставку пакетов военной помощи. Политолог, международник, эксперт Центра «Объединенная Украина» Дмитрий Левусь в эфире телеканала Freedom дал свою оценку поездке украинского лидера в США. Однозначно это то, что было необходимо сделать, тем более, что есть украинская формула мира, и которая уже, она не только была об окончании войны, но и о том, что как мир должен быть устроен после войны, чтобы агрессия не повторялась, почему она была успешной. Но поскольку Россия, да, делала все возможное для того, чтобы первый саммит сорвать, для того, чтобы было как можно меньше участников. Сейчас вот уже официально практически заявила Захарова о том, что Россия не будет принимать участие во втором саммите. То и для того, чтобы воплотить в жизнь этот повестку дня такую, необходим план победы для того, чтобы это все стало реально. Поэтому, естественно, что это инициатива, которая, опять же, учитывает те проблемы, которые есть с противодействием России, она должна была
вот таким образом и оформится. И то, что украинская сторона, то, что Зеленский ее сейчас представляют на, и для американских союзников, и для других партнеров со временем это будет представлено, причем на самой высокой, да, по сути, площадке мировой, которая в данный момент существует, это, в принципе, как по мне, это абсолютно логично. Дмитрий Левус отметил, что нужна симфония мировых голосов, чтобы принудить Россию к миру. Речь идет о вооружениях, которые Украине будут поставляться. Речь идет о необходимости разрешения Украине применять дальнобойные средства западного производства по территории Российской Федерации. То есть вот... Наверняка речь идет еще и о санкциях, о расширении. Почему? Потому что это один из тех вопросов, которые Украина все время поднимала. И у нас есть рабочая группа Ермака Макфола, которая разрабатывала санкции, которая говорит о необходимости усиления вторичных санкций тем, кто помогает обходить Россию. То есть вот этот арсенал, он достаточно широк. Эксперт также отметил, что решение Байдена, принятое сейчас, несмотря на то, что он вскоре покинет пост, останутся фундаментом в дальнейшем. Журналист Игорь Яковенко вместе с общественным деятелем Марком Фейгиным обсудили вопрос разрешения Украине бить западным оружием по военным целям на территории России. Я думаю, что, скорее всего, придется дождаться ноября, начала ноября, исхода выборов 5 числа, и тогда уже, скорее всего, с высокой степенью вероятности Байден, уходящий по возможному поручению общему коллективному решению, значит, руководства правящего, даст такое разрешение Украине. Я думаю, до 5 ноября этого сделано не будет. Тем не менее, этот план все равно нужен. Как бы там ни было, в нем есть и другие аспекты. И заметьте, вот я комментировал эти, опубликовал там пункты 4 из 5, или, ну, трактовки это тот же НАТО, оружие и так далее. И вот заметьте, я вот везде тоже говорю, что в октябре окончается финансовый год. Мы помним, как 6 месяцев утверждали 60,5 миллиардов. Наверное, план нужен еще и для того, чтобы преемственно сохранить курса и не иметь больше такого лага временного с утверждением в Конгрессе, там через половину представителей, выделение помощи Украине. По словам Фейгина, очень важен вопрос финансовой поддержки, и этот вопрос нужно решать сейчас. Я думаю, что и тот, и другой вопрос как-то решаться, и разрешение на удары по территории вглубь территории Российской Федерации, мы видим на 300 километров ракетами «Атакамс», прежде всего, как я себе это представляю. Ну и, видимо, вопрос о финансовой помощи Украине на следующий год. Фейгин также пришел к выводу, что план мира и план победы Зеленского – это дипломатические шаги. Запрос стоит, что на то, что, значит, а как вы вообще войну долго собираете? Вот, знаете, Зеленский предлагает план победы, говорит, дайте нам вот это, и мы, как он сказал, война закончится гораздо быстрее, чем это кажется другим, заявил Зеленский. Да? За 2024 год уже можно начать как трансформацию войны в переговор. Напряжение растет, оно растет на фронтах. Это надо честно сказать. То есть пойти в Курской области, и на линии фронта, и под Угледаром, и в направлении Авдеевском, и так далее. Оно растет, это напряжение. Москва чувствует приближение выборов. И чувствует, что побеждает Харрис. И понимает, что придя к власти Харрис, Камала Харрис, все эти нерешенные вопросы с помощью Украины решит. Может решить, давайте так, и достаточно быстро. И Москва торопится получить какие-то промежуточные позиции, которые позволят ей вывести на какой-то диалог уже с новой администрацией. Там внутри будущей администрации Камалы Харрис, если, еще раз повторю, шанс на победу Трампа все равно остается, поэтому он и снижается. Тут медленно и снижается. И в ее окружении практически нет таких, как Селиван и как Бернс, которые занимают такой реал-политик, примирительную позицию, а давайте как-то договоримся с Москвой. А вот пропагандист Владимир Соловьев, чтобы решить проблемы в рядах российских оккупантов, предложил отправить Путина то ли на ставку, то ли в отставку. Прозвучало невнятно. Мало посадить тех, кто провинился. Еще необходимо назначить тех, которые понимают, как это сделать эффективно, быстро и четко. И не важно, в каком они будут министерстве, как они будут называться. Мне совершенно не важно, какого цвета кошка, важно, чтобы она ловила мышей. Поэтому давайте уже переходить
конкретным решением. Если для этого необходимо, чтобы была ставка Верховного, ну, как говорят мои друзья, я понимаю, что я человек, ну, как бы не по моей зарплате такие решения принимает. Но давайте все-таки брать все лучшее, что у нас было в опыте великих эпох, и решать теми методами, которые необходимы для того, чтобы здесь и сейчас. Украинские воины продолжают гнать врага с территории Украины. 24 сентября стало известно, что подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода. Во вторник, 24 сентября, в 14:40 командир спецподразделения ГУР «Тимур» доложил начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову об успешном завершении операции. Операцию провели специальные группы ГУР – «Стугна», «Парагон», «Юнгер», «БДК», «Террор». Как сообщили в ГУР, украинские бойцы защищали здание завода, постоянно вступая в бои с противником в условиях плотной застройки. В некоторых случаях украинские спецназовцы вступали с врагом в рукопашный бой. Россияне превратили агрегатный завод в свою пропагандистскую крепость, задействуя в ее обороне наиболее мотивированные и профессиональные подразделения, среди которых были даже бойцы 45-й бригады воздушно-десантных войск. Кроме того, против украинских разведчиков непрерывно применялось значительное количество артиллерии, ударных дронов «Камикадзе», УАБов и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Несмотря на яростное сопротивление врага, бойцам ГУР МОУ удалось уничтожить противника, взять пленных и пополнить обменный фонд. Сообщается, что территория завода передана под контроль ВСУ после зачистки всех 30 зданий объекта. В разведке рассказали, что эта битва выдалась тяжелой. Волчанский агрегатный завод под контролем Украины. Это была тяжелая битва, но воины ГУР МО Украины одолели российских захватчиков и одержали важную победу – силой оружия и духа, мастерством мысли и небывалой смелостью. Честь храбрым! Продолжаем борьбу за свободную Украину. Командир русского добровольческого корпуса Денис Вайтрекс, Денис Никитин, в эксклюзивном комментарии телеканалу Freedom озвучил, как проходила подготовка и реализация освободительной операции на Волчанском агрегатном заводе. Волчанская операция, да, освобождение Волчанского агрегатного завода, это была та самая операция, к которой мы усиленно готовились. Наши ряды пополнились большим количеством добровольцев из вооруженных сил Российской Федерации, поэтому для меня, как командира, было очень важно интегрировать их в наш воюющий организм, в наш боевой орден, каким я считаю русский добровольческий корпус. Все они пришли из разных подразделений, с разным военным бэкграундом, с разным житейским, да, бэкграундом. Там есть у нас бойцы «Шторм Z», бойцы ЧВК «Вагнер», кадровые военные, десантники, краповые береты, представители спецназа внутренних войск. Всех этих парней нужно было познакомить с нашей военной культурой, да, с нашей внутренней идеологией, безусловно, с нашей системой ведения боевых действий. Вот, так сказать, привести всех к единому знаменателю. Да. И когда эта подготовительная работа была проведена, мы уже стали готовиться непосредственно к боевым действиям на территории Волчанского агрегатного завода. Операция эта проходила в несколько этапов. По сути дела, территория завода была разделена на сектора, на три зоны. Зеленую, желтую и синюю. Наш сектор ответственности был, по сути дела, половина завода, а сектор ответственности наших смежников была другая половина. Скажем так, мы разделили его, можно сказать, так на 33%, да, то есть 33% за ними, 33% за нами, еще 33% условно в середине, кто быстрее их займет. И так получилось, что бойцы РДК выполнили и свои 33%, да, заняли синюю зону и потом продвинулись более активно. Вот в другие 30% у нас по нашим картам была желтая зона, основное здание, над которым был вывешен флаг. По сути дела, это и были, да, те самые дополнительные 30%, где мы взяли основных пленных, они сдались бойцам РДК. Вот, то есть, по сути дела,
мы свою задачу выполнили, свою часть задачи, и вот эти вот 33%, которые были, ну, для тех, кто быстрее, кто активнее продвинется, получилось, что мы тоже эту часть завода мы тоже освободили. Никитин отметил, что вести боевые действия в промзоне очень тяжело. Толстые бетонные перекрытия, да, невозможно полностью рассчитывать на поддержку артиллерии, поддержку миномета, да, например, не очень эффективен в такой тяжелой бетонной застройке. Это сложный очень ландшафт и для обороны, и для атаки. Это множество бетонных перекрытий, это, с другой стороны, огромные цеха, да, 8-метровый цех. Это тоже был отдельным пунктом таким. Но мы продвигались так, как мы и планировали, в Дании в сутки. Военный отметил, что россияне поначалу недооценили профессионализм тех, кто их атакует. Они думали, что, возможно, это очередной накат стандартных пехотинцев вооруженных сил Украины. И, видимо, они не слишком высокого были о них мнения и подумали, что легко отобьются. Вот когда мы стали занимать Дание за Данием, они попытались их отбить. Мы, естественно, были к этой атаке готовы, да, опять-таки, в силу того, что слушали их рацию, переговоры по рации. И три наката, три таких серьезных попытки отвоевать здание мы отбили, уничтожили нападающих. И в этот момент они резко поменяли тактику, потому что они поняли, что, видимо, их штурмуют, ну, какие-то хорошо подготовленные специальные, да, силы, представители каких-то спецподразделений. По словам Никитина, освобождение завода облегчает оборону Волчанска. С большей поддержкой Запада, расширению оборонной промышленности и строительству укреплений Украина не только сможет продолжать удерживать свои позиции, но и получит возможность создания условия для контрнаступлений в 2025 году. Такое мнение в своей колонке высказал обозреватель «Вашингтон-Пост», старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Макс Бут. Впереди нас ждут трудные месяцы, пока Украина изо всех сил пытается удержать свои линии фронта и восстановить разрушенную энергетическую инфраструктуру. Запад должен показать, что не дрогнет в своей поддержке. Украинцы, которые несут на себе основную тяжесть этого ужасного конфликта, определенно не колеблются. Джо Байден должен дать Зеленскому разрешение на использование западных систем вооружения для поражения военных целей в глубине России. Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, какую тактику используют россияне в Курской области. Он отметил, что Россия не церемонится с применением КАБов на своей территории. Следует говорить о том, что Российская Федерация использует тактику выжженной земли. Причем данная тактика характерна для действий российской армии, вне зависимости от географии проведения боевых операций. Будь то территория Украины, либо же территория Российской Федерации. Только за последние сутки на территории Курской области, по сообщениям Генштаба Вооруженных сил Украины, Российская Федерация нанесла по жилым районам Курской области, которые контролируются силами обороны Украины, более 20 ударов с использованием КАП. То есть речь идет о планомерном стирании населенных пунктов с лица земли. Но основное, о чем мы должны говорить, не все мирное население, граждане Российской Федерации, это не граждане Украины, покинули данные территории. Поэтому речь идет о том, что Российская Федерация целенаправленно наносит удары по своим же гражданам на территории своей же страны. Причем следует отметить, что подобный характер действий российской власти, он фактически повторяется и на территории Белгородской области, где не происходит активного характера боевых действий. Но тем не менее, я напомню, коллеги, уважаемые телезрители, город Белгород, 4, как говорят россияне, нештатные схождения боеприпасов. Речь шла о, соответственно, ФАБах, причем ФАБ-500 и ФАБ-1500. По оценке самой российской стороны, по территории Белгородской области были нанесены удары с использованием ФАБ, как они говорят, внештатные схождения.
37 раз. Причем на один из населенных пунктов Белгородской области, жилой населенный пункт, было сброшено ФАП-3000. Это, ну, современная, последняя модификация российских ФАП. Одна из жилых улиц фактически полностью была снесена. Поэтому говорить об избирательном характере боевых действий российской армии на собственной же территории нет ни малейших оснований. Еще раз подчеркну, россияне используют тактику выжженной земли. Будь то украинская Попасная, Солидар, Бахмут, либо же, соответственно, российская Куренева, либо Глушкова еще не дошло, но, соответственно, Суджа. И поэтому гражданам России следует, соответственно, весьма серьезно подходить к вопросам собственной безопасности. Речь идет о гражданах Российской Федерации, которые находятся на контролируемых силами обороны Украины территориях, так и, соответственно, на территориях, которые временно контролирует Российская Федерация. По подсчетам Астра, как минимум 127 авиабомб сбросили российские военно-космические силы на саму Россию и оккупированные территории Украины с марта по сентябрь этого года. По данным источников, 23 сентября в Грайворонском городском округе Белгородской области в нескольких километрах от села Доброивановка найдена ФАП-250. Вечером 24 сентября жители Белгорода услышали громкие взрывы. Там поднялись столбы огня и дыма. О вечерних инцидентах губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отчитался в телеграм-канале, заявив, что над регионом якобы работали средства противовоздушной обороны. После работы систем ПВО в городе начался масштабный пожар, который охватил 4 дома. Кроме того, получили повреждения более 20 других сооружений и ранены 4 россиян. В местных пабликах допускают, что на город упали ракеты ПВО. Падают в России и российские дроны. Так, днем 24 сентября российский Таганрог атаковали беспилотники. В результате вспыхнул склад лесоматериалов. Один из дронов упал на предприятие, сообщили российские СМИ. И хотя ответственность за это в Российской Федерации сразу же возложили на украинскую сторону, в итоге оказалось, что упавший БПЛА был российским. Об этом, в частности, свидетельствует видео с его обломками, опрометчиво опубликованное в соцсетях прокремлевскими пропагандистами. К примеру, на обнародованных кадрах можно заметить красную звезду Вооруженных сил Российской Федерации. А позже появилось видео непосредственно с моментом падения БПЛА, который был идентифицирован пользователями как российский ударно-разведывательный беспилотник «Орион». Не так давно в рядах ВСУ появились помощники бойцов – собаки-роботы. Они доставляют боеприпасы, проводят разведку и занимаются разминированием. Вот что сказал российский журналист и блогер Майкл Наки. Появились кадры, которые вы видите, как украинский дрон доставляет робопса на позиции. Говорят, что они работают на Покровском направлении. Что о них известно? Что вооруженные силы Украины используют в зоне боевых действий на Донбассе собак-роботов модели BAD.2, разработанных в Великобритании. Об этом сообщала газета Bild со ссылкой неназванные источники. По их информации, устройства представляют собой компактные наземные дроны, оборудованные видеокамерой и управляемым оператором. Они способны развивать скорость до 15 км в час и проходить через окопы, лесистую местность и другие труднодоступные места, в которые не могут попасть беспилотные летательные аппараты. Модель была разработана британской компанией Brit Alliance и применяется украинской армией для разведки. В избежание обнаружения дроном российскими силами ВСУ используют на них противотепловой камуфляж германского производства. Издание отмечает, что в настоящее время в распоряжении украинских сил находится более 30 собак-роботов. Стоимость одного устройства может колебаться от 4 до 8 тысяч в зависимости от модификации. По словам разработчиков, такие собаки-роботы являются новым словом в процессе роботизации и автоматизации войны. На сегодня работа ведется над тем, чтобы сделать такую разработку автономной, чтобы боец мог поставить конкретную задачу, и дальше собака все бы сделала сама. Такие роботы спасают военным жизнь, ведь они выполняют те задачи, которые связаны с риском для бойцов ВСУ. А вот в начале сентября в рядах украинской армии появился дрон «Дракон». Этот дрон – настоящий кошмар для россиян. От него не спастись ни в посадке, ни в окопе, ни даже в блиндаже.
Огненная птичка засевает территорию, на которой есть враги, смесью гранул, оксида железа и алюминия, которые горят. Военный обозреватель Леонид Цихановский в программе «Арсенал» рассказал об этом. Температура этой шапки термитной более 2500 градусов. Она может расплавить борт, она может попасть в двигатель. И тогда прожжет его полностью. И уникальную разработку дрона представила Украина на международной оборонной выставке в Польше. Компания «Украинская бронетехника» презентовала свою последнюю разработку – беспилотное наземное транспортное средство «Протектор». Его главная задача – безопасное выполнение опасных миссий. А вот о следующих боевых птичках узнаем из материала «Униан ТВ Арсенал». Смотрите прямо сейчас. Они могут летать поодиночке, могут выполнять задания парами, а вскоре смогут громить оккупантов, налетая группами из десятков беспилотников. Эти технологии сейчас испытываются на полигонах, называется технология РОЙ. Украина разрабатывает собственную технологию применения беспилотников. По новой методике военные смогут применять как воздушные дроны, так и наземных роботов, а также любое оружие, способное работать дистанционно. Технология роя дронов от украинских инженеров компании Swarmer – это уникальный метод применения искусственного интеллекта и беспилотных технологий, который позволит использовать наши дроны в разы эффективнее. И про еще одну новинку ВСУ. Эти дроны вселяют настоящий ужас россиянам. Украинские дроны сегодня флагманы отечественного ВПК. Ударные, разведывательные, камикадзе, грузовые, а с недавних пор еще и тренировочные. На сегодняшний день, если говорить о украинских беспилотниках, то там номенклатура их сейчас перешагнула за сотню единиц. Они научились обходить российские комплексы РЭП и шагнули гораздо дальше уничтожения обычных укрепрайонов или бронетехники. Может поражать полностью будь какую противовоздушную оборону, там буки, панцири. Украинские копии шахедов – дроны, способные прорвать многоэшелонированную систему ПВО РФ и те беспилотники, которые создавались специально для уничтожения противовоздушной обороны врага. Новинки украинской беспилотной авиации. Это все актуальные новости к этому часу. Если вы еще не подписаны на наш YouTube-канал, обязательно подпишитесь и поставьте лайк под этим видео. Увидимся завтра.